Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Так, кто это к нам зашел? Наверное, вы хотите посмотреть что-то новенькое по Command & Conquer? Ну что ж, давайте освободим на этот раз Белый дом от наших непростых захватчиков. Поздравляю, вы отлично выполнили предыдущее задание, но бой еще не закончен. Нам нужно захватить Белый дом. Естественно, тактической ценности он не представляет, но нельзя недооценивать психологический фактор. Захват Белого дома покажет миру, что мы можем дать отпор братству. Но будьте внимательны. Основные силы НОТ используют маскирующие технологии. Чтобы обнаружить их, нужно уничтожить скрывающие их вышки. Займитесь этим при первой возможности. Желаю удачи. Спасибо, она мне в принципе понадобится. Итак, Белый дом. Красное знамя НОТ, развивающееся над Белым домом, подрывает боевой дух личного состава ГСБ. Пора покончить с этим безобразием. Заодно мы сможем уничтожить крупный склад вооружения противника, расположенный неподалеку. Сначала вам нужно вывести из строя системы ПВО. Как только это будет сделано, звено ястребов из Лэнгли превратит новейшее оружие НОТ в груду дымящихся обломков. После этого начинайте штурм неприятельской базы рядом с Белым домом. Поехали. Поступили сообщения. Сейчас войска НОТ слишком многочисленны. Уничтожьте их ПВО, и тогда мы сможем вызвать авиацию с недавно захваченной авиабазы в Лэгли. Рассылаем отряды в стороны. Эти ублюдки распылили Тиберий. Приближаемся. И начинаем атаку. По идее, все должно пройти идеально. Внимание! Да не то они атакуют, но окей. Пуск готов. Здесь готово. Огонь по цели! Здесь почти готово. Задание выполнено. Не шуметь! И отводим наши войска назад. Поступило сообщение. Вы должны указать цель. Примените способность вызов авиации. Сейчас применим. Укажите цель. Ну что, ястребы вы мои, давайте раздолбаем эту базу к чертям. Ожидаем поддержки с воздуха. Наблюдаю цель. Раздолбаем их, парни. Цель уничтожена. Идем на базу. Прибыло подкрепление. Обнаружен противник. Поступило сообщение. Братство развернуло базу перед Белым домом. Уничтожьте ее производственные постройки. Теперь нам осталось только уничтожить братство. Что за... Куда делась база нодов? Какого... хрена? Поступило сообщение. Базу нод прикрывают маскировочные вышки. Уничтожьте их, и мы сможем атаковать базу противника. Так, мне это совсем не нравится. Ну что ж, давайте попробуем по-быстрому уничтожить все это дело. Разворачиваем первым делом МСЦ. Новое задание. Доступны новые постройки. Начинаем строительство обогатителя, после чего начинаем строительство... Новое задание. Энергостанции, после этого кран. БТР ждет приказа. Слушай мою команду! Есть! Мы уже прибыли! Так. Винтовки к бою! Теперь нам нужно... Пуск пару готов. Ребят. Строительство нашим БТР. Так, строительство завершено, значит сейчас начнется добыча, это очень хорошо. Доступны новые постройки. Ставим как раз на дороге. Вас понял! Отряд, сюда! Окапывайтесь, ребятки. Пехота здесь! Отряд так. Готов! Докладываем! Есть. Хотя знаете, нет, вот сюда вот отойдите и вот здесь окопы. Вот окопайтесь. Отряд готов! Мы лучшие! И вы сюда же. Есть! Так. Теперь у нас идет добыча. Строится. Оп, стоп, забыл. Отмена. Строится. И мы сейчас сможем построить энергостанцию, после чего построить еще один кран. Строительство завершено. Точнее, просто один кран. Так, надо как-нибудь поаккуратнее вот так вот влепить. Доступны новые постройки. Это у нас будет специально строительная такая база для энергостанций. Не нравится размещать все более-менее аккуратно. Поэтому, как я уже говорил, эта игра мне этим нравится. Хотя, да, я не спорю, что базу, например, криво разместил. И так далее. Данные обновлены.
Но в целом все нормально. Строится. Так, строим завод, строится. Строим казармы. Строительство завершено. И размещаем у дороги новые постройки. Казармы. Сейчас строим еще энергостанцию. Пока денег у нас в достатке. Строительство и строим завершено. Парочку подготовка. Строительство ракетчиков, завершено. Которые отводим вот сюда. У нас слушайте, готов завод. Готовы. Мы ставим его вот вы здесь. Вы получили доступ к созданию танков «Хищник». Их строят на военном заводе. Танк «Хищник» очень эффективен в бою против военной техники и построек. Так, пока они не успели зайти в это здание, надо их постараться уничтожить. А, черт, они таки успели зайти туда. Ладно, сейчас мы их быстро из этого здания выкурим. Так, еще они вот сюда вот зайдут, это тоже не очень хорошо, но в целом нормально. Так сказать, терпимо. Так, мы здесь должны построить еще одну энергостанцию. Строится. Наверное, еще одну. И строится. Оружейный склад. Он нам пригодится чуть позже. Также нам понадобится техцентр. Но это будет объект опять же атакуют. Чуть-чуть. Строительство позже. Завершено. Как-то вот так вот все это ставится. Чуть позже я объясню, зачем нам нужно столько всяких. Доступны новые постройки. Гадости. Помимо здесь мы можем заказать подготовка. Еще один комбайн. Объект атакуют. Комбайн атакуют. Ой, комбайн прям как нехорошо атакует. Сразу давайте связи. Быстренько перебросим. Штурму готов. Сюда войска. А здесь тем временем подготовка. Два снайпера на закажем. Напали. Соберем Тиберий. Усовершенствуем. Мягко говоря, они нам очень сильно помогут сейчас. Сейчас вы даже увидите, почему нужны? И каким образом. БТР ждет приказа. Смотрите. Тут безопасно. Ставим снайперов в это здание. Только выйдет еще один снайпер. Профессионалы нужны? Обнаружим Тиберий. Обнаружим скрытый объект. Объект атакуют. Ух ты, ух ты. Что приказов? Где парковка? Что-то там скрытое было обнаружено. Ну да ладно. Как я уже сказал, строится. Нам нужно с вами сейчас строится. Кое-что заказать, как, например, хранилище и оборону. Строительство завершено. Оборону задание ставим, я думаю, вот сюда. Данные обновлены. Хранилище пока вот сюда. В принципе, нам, строится. Наверное, понадобится еще одна энергостанция, и из этого все. Еще строится. Бы построить штаб, и было бы совсем великолепно. Так, строительство касаемо, завершено. Касаемо подготовка. Того, что нам надо производить, штук 7 или 8 БТРов. Нам вполне хватит. БТР к бою готов. Строительство и завершено. Я не могу здесь разместить. Черт. Ладно, придется размещать аккуратненько вот тут. БТР к бою готов. Ваш приказ понял. Тут же ставим сюда ракетчиков. БТР к бою готов. Командир. Пуск готов. Страшно связи. Командир. Ваш приказ понял. БТР к бою готов. Страшно связи. Так. И уничтожаем вот этих негодяев. Вижу цель. Огонь! Вижу цель. Я кто-то получает их. Достаточный урон, мы его отводим. Бей их, бей их! БТР к бою готов. Я засек их! Так. Черт, потерял таки. Огонь! Видите, надо быть поаккуратнее все-таки. Бей их! Когда выступаем. Так, зачем я разрушил вот это здание? Туда садятся конкретно одни и те же единицы, а именно гранатометчики, а мне не нужно, ваш чтобы они понял. Меня раздолбывали, поэтому. Да, сэр. Все как мы вот уже так прибыли. Вы скажете, зачем мне нужны держись. Именно командир, ракетчики? БТР ждет приказа. Я вам легко это могу объяснить тем, что ракетчики понадобятся для уничтожения основной базы, которая находится вот тут, потому что здесь очень много техники. Естественно, помимо этого, мне понадобятся некоторые улучшения, которые я, в принципе, уже произвел. И, естественно, подготовка. Мне понадобится пару танков. Также мы запустим, как только построим сейчас штаб. Где он у нас? Вот он, штабик у нас. Доступны новые постройки. Данные штабик у нас обновлены. Здесь, и мы подготовка. Строим парочку гранатометчиков. Что приказ, у нас командир? Свободных. Раз, два. Хищник прибыл. Надо будет. Жду надо приказа. Будет потом переставить. Да точно. Что
что мы, кстати, сейчас, наверное, и сделаем. Гранаты к бою! Жду приказа. Прибыл. Да, пока идет такое, знаете, развитие базы небольшое. Осторожно, я приступаю к сбою. Три комбайна. В принципе, мне этого хватит, как я и сказал. Здесь Личник сидит один прибыл. Снайпер. Можно, кстати, вот посмотреть, как раз как он будет со всем этим разбираться. Точнее, два даже снайпера, смотрите, как хорошо. Давайте ракетчиков атаковать, они опаснее. Гранаты к бою! Осторожно! Недостаточно средств. Великолепно. Ну и здесь, соответственно, произошла такая же зачистка. Страшно связи. Командир! То, что у нас недостаточно средств, это, конечно, не очень хорошо. Страшно связи. Ну, я думаю, в скором времени это сейчас исправится. Потому что у нас два почти фуловых комбайна, которые периодически доставляют нам. Вся в норме. Тиберий, к бою! Так что все хорошо. Хищник прибыл. А вот здесь вот гражданские постройки, можно видеть, что они захватили ее, и туда, в принципе, нам не особо надо. Также вот этот отряд не сдвинется с места, если вы не пойдете туда атаковать. То есть вы можете по его поводу не париться, а принести небольшие неприятности он вам, в принципе, может. Потому что здесь два черных брата стоят, Хищник и прибыл. Они очень больно жгут наших ребят. Куда кидаем? Итак, мы потихоньку накапливаемся. Недостаточно средств. Когда выступаем, вот, наконец-то нам дали еще один БТРчик. Все, больше здесь у нас никого нету. Объект атакуют. Все готово. Да. Теперь нам, в принципе, осталось дождаться только пока. Я приступаю к сбору. Пока у нас. Мы все сделаем. Все сберут. Аккуратнее с ним. Угу. Я вас понял. Да-да, так точно. Некогда отдыхать. Фильтры в норме? Все, выполняю. БТР к бою готов. К работе готов. Вся в норме. Ясно, командир. Едем. В принципе, отводим. Аккуратнее. Нам с здесь ним. Хватит одного. То есть мы видим, кстати, как гражданские пытаются убежать от всего того, что творится. БТР к бою готов. Естественно, ребята снайперы никого не пропускают. Ладно. А сколько у нас БТРов? БТР к бою готов. Остался один БТР. Куда кидаем? По идее. Аккуратнее. По идее остался БТР один БТР приказа. И все. Хотя гранатометчика 2, значит, надо еще один построить все-таки. Все готово. Так, ребята, иди. Ребята, отличная иди работа. Сдавай. Сдавай все это дело. Страшно связи. Жду приказов. Мы здесь. А нет. Смотрите. Командир. Нас не ждут. Хватит одного. Отмена. Хорошо, полегче. Мы все сделаем. Слышу. Кстати, вы сейчас видели, как кристалл вот здесь вырос просто. Мы все сделаем. Как прикажете. То есть, по сути, да, здесь идет медленная добыча, но мы все еще имеем возможность добывать. Чего? Так, а вот теперь смотрите, у нас есть хоть и готов. К бою готов. Куча БТРов и куча танков. Сейчас мы отбиваемся от вот этой вот атаки. Ну как атаки, ну поняли. И идем уничтожать вот эту вот гадость. О которой нам, в принципе, сказали, но я забыл кликнуть туда. Отправляемся. Так точно. Сейчас будем смотреть, как все это у него получится. Бронетехника, вперед! Главное не прилечь сейчас вот этот отряд на себя. Отправляемся. Мы стараемся двигаться в крае. С так этого точно. Края. Отправляемся. Вот здесь вот будет. Цель подтверждаю. Довольно неприятный вижу домишко. Противника. Нам нужно его вынести гранатчик. Бронетехника, вперед! Вот, мы успели это сделать, не потеряв. Отправляемся. Своих понятно. Ребят. Отправляемся. И тут же отходим в эту сторону, потому что вот отсюда будет выдвигаться. Вот она, видите? Машины понятно. Врага. Нам ведь вовсе не надо, чтобы на нас нападали, ведь так? Так точно. Отправляемся. Вот отличнейшим образом пока справляемся. Броня крепкая. Напролом. И постоянно стараемся тут же отступать. То есть так, чтобы... Объект атакуют. Так точно. Мы все время шли, шли, шли вперед, быстренько, не останавливаясь. Фактически забивая на все эти отряды. Цель подтверждаю. Отправляемся. Тогда все будет просто великолепно. На врага! Идем к цели! Бронетехника! Чуть-чуть сейчас надо отвести войска, чтобы не
Поберегись! Техника. Вижу цель! Я засек их! Ну что там? Огонь! Цель подтверждаю. Да. Вижу противника. В принципе, пока идем неплохо. Поберегись! Задание выполнено. Объект атакует. Первую часть задания мы выполнили. Так точно. В идеале теперь я должен починить часть техники, которая у меня поломанная. Вперед! Понятно. Ну это, в принципе, можно не делать. Вперед! Понятно. Ну сами можете видеть, как довольно больно у меня все это дело происходит. А, перед тем, как мы нападем, а мы нападаем уже сейчас. Объект атакует. Я думаю, стоило бы кое-что другое сделать, но ладно. Потеряно. Сейчас вот просто будет решаться момент, повезет мне или нет, потому что здесь есть очень много неприятных ребят. Мне сейчас либо везет, либо мне сейчас не везет. В первую очередь, наверное, лучше уничтожить вот эти два здания. Идем к цели. Вот это вот в том числе. Убиваем ракетчиков, убиваем танки. Объект атакует. Еще важнее убивать танки. Лучше нападать не с центра, вот отсюда, как делал я до этого. Я просто понял, что это хуже, а именно с краев. Просто добиваем всю технику и всех людей, всех которых убьем. Мы здесь видим. Вижу цель. Больше нам здесь Добрало. Ничего особо страшного не видно. Повышение. Все хорошо. Даже умудрились повышение заработать в некотором нашем. Вижу противника. Итак, по сути, они, конечно, могут вот здесь вот заработать сейчас деньги как-то каким-то образом, но мы еще выполним вот эту часть задания, которая является тоже необязательным. Новое задание. Можно посмотреть. Теней можно остановить, уничтожив тайный алтарь на северо-востоке. Вот. И для полного, так сказать, прохождения требуется именно уничтожить вот этих теней. Хотя, как я уже сказал, это не обязательно. Идем к цели. Вижу противника. Отправляемся. Но тем не менее, почему бы и не сделать, раз мы все равно рядом, правильно же? Задание выполнено. Так точно. Мы уничтожили теней, тут ездят, кстати, машины, да. Один, как я уже говорил. В принципе, нам достаточно сейчас просто прийти на базу и довынести все, что осталось. То есть все легко и просто. Вот этих ребят я даже трогать не буду, потому что они меня покоцают лишний раз только. Так точно. В принципе, вот так вот проходит эта миссия. Ну, я обычно, например, еще прохожу сначала на вот этот край, да, то есть потом на вот этот край, и все это вынося, только иду на последнюю базу. Ну, сейчас вот я решил чуть-чуть через центр пойти уже, чтобы не терять времени. Понятно. Я не знаю, в общем, посмотрите, сколько у меня было единиц боевых, какие были, и вы, в принципе, тоже сможете пройти спокойнейшим образом. Вообще, конечно, в идеале нужно было переставить войска слегка, но пустить там, например, танки вперед, чтобы БТРы не так страдали, ну, не обязательно. Собственно, все, на этом миссия заканчивается, спасибо всем за просмотр, с вами был, как всегда, Дезертир, всем удачи, пока-пока. Данные обновлены. Миссия выполнена. Всего сутки назад северо-восточную синюю зону оккупировали силы НОД. Войска ГСБ отступали, их штаб был окружен врагами. Надо всем свободным миром нависла угроза. Но отважный боевой командир сумел переломить ход войны. Его победы в Вашингтоне вдохновили на подвиги всех наших солдат. Очень обнадеживает, что ГСБ дали достойный отпор НОД. Да, соглашусь. Мы задали им славную трёпку. Но, Уильям, мне не кажется, что исход войны все еще под сомнением. Лично я нисколько не сомневаюсь, что ГСБ победит. У нас есть воля к победе, есть нужные средства и, главное, на нас народ. Люди требуют возмездия.
Око за око. И мы подарим им возмездие. Тогда вопрос один. Будет ли это обещание выполнено? Некоторых аналитиков беспокоит то, что сами вы не военные, у вас нет военного опыта. Ваши комментарии. Я верю в своих командиров. Они лучшие из лучших. Они заслуживают не только доверия моего личного и командования ГСБ, но и доверия всего народа. Ведь это за народ мы сражаемся в этой войне. Это его мы защищаем. И недоверие мира к людям, защищающим его с оружием в руках, это ошибка.